Здравствуйте, друзья, компания Алиам, приветствую вас, это Дмитрий Кузнецов. Выкладываем вам запись, присланную нашим подписчикам. Здесь всеми ожидаемый, любимый многими жестячок опускания коллектора туда, куда ему положено. Ну, от этого автора у нас уже были записи, чтобы мы, скажем так, чтобы про человека не забыли, мы демонстрируем, как вот в данном конкретном случае человек выбрал, собственно говоря, манеру общения. Я считаю, что в этом нет ничего плохого, ничего сверхъестественного, ничего особенного, за рамки выходящего. Вот с этой публикой только так и разговаривать, потому что вся работа коллекторов выстроена на обмане. Они нарушают закон. Как бы они ни шифровались, как бы они себя не, собственно, предлагали к общению, как бы они себя ни вели, все они рассчитывают на то, что человека можно ввести в заблуждение. Просто более или менее изысканные способы по сравнению даже уже вот так вот с прошлым годом. В прошлом году они не стеснялись в выражениях, сейчас их по закону приструнили, и сейчас они вот таким образом себя ведут, максимально сдержанно, делая достойную, как это называется, мину, но в результате остаются посланными туда, куда вы сейчас услышите. Итак, автору спасибо. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на наш канал. Вся необходимая информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, воспользоваться услугами компании Алиам, в описании этого ролика есть. Вступаем в группу ВКонтакте, кому интересно, тоже в описании ролика есть ссылочка. Ну и, собственно говоря, не забываем смотреть видео на нашем сайте, там все подробно. Поехали, слушаем. Алло. Ну что молчим-то? Семён. Ты ёбнутый, что ли? Почему вы бросили трубку? Я бросил. Пиздобол, не пизди, мразь, это ты отключился. Я ж тебе сказал, ты первый сдашься. Тебя коротнёт, блядь. Семён. Вы дуэль устраиваете, что ли? Что? Конечно, да. Дуэль. Вы так сам утверждаетесь? Да. Я вот не понимаю. Так я с тебя сам пример беру. С долбоёбом по-долбоёбски. Вы так прямо утверждаете? То есть вы думаете, если вы не оплачиваете, то вы считаете себя таким очень крутым? Нет, самоутверждаешься ты, когда звонишь. Человеком, который... Ты звонишь, меня послушай, слышь меня, лошадь ебучая. Человеком, меня слушай. На которого никто не может... Меня слушай, иначе сейчас будешь в пустоту говорить, слышишь? Сейчас будешь в пустоту говорить, меня слушай, лошадь. Ты меня слышишь? Ответите. Ты меня слышишь, лошадь ебаная? Я послушаю вас, ты... давайте. Давай, вот теперь слушай меня, сюда, лошадь, блядь, ты ебучая, сутулая, блядь. Так вы не отвечаете на мой вопрос. На твой вопрос ответить? Вот смотри, когда ты пришел на эту работу, ты решил самоутвердиться. Тебя просто в детстве пиздили, мразь. Слышишь? Понимаете? Тебя в мусарню, походу, не взяли. Говорите, я вас слушаю. Вот тебя в мусарню, блядь, не взяли, в мусарню. Ты решил пойти, блядь, звонилкой, попрошайкой. Тебе директор сказал, вот ты звони, блядь. А ты представься, слышь ты... Чепушила ебаная, ты позвони со своего личного номера, блядь, и представься мне, как полагается. И тогда мы с тобой будем разговаривать. А так мне звонит какая-то попрошайка телефонная, даже сыт, блядь, представится. Хотя если даже ты представишься, пидор, ты представишься пидором, блядь. Ты свое имя говнососное никогда в жизни, блядь, реальное не скажешь. Потому что, пидор, ты сидишь, блядь, в очке у своего директора, который тебе дал работу, дал тебе стул, блядь, стол, поставил перед тобой компьютер, наушники тебе на башку на твою тупорылую повесил. Положил перед тобой лист бумаги, блядь, с этими, блядь, с текстом, блядь. И вот ты сидишь, пидор тухлажопый, звонишь людям, и по этой вот бумажке читаешь. Все, больше ты ни на что не способен. Все, ты чепушила, ты говна кусок, блядь, ты пустое место. Услышал меня? Все, блядь, въебал? А я вот теперь сиди, вот сиди и разжевывай теперь. Слышишь меня? Вот сиди теперь и разжевывай, блядь. Вот сиди и подумай, блядь, над своей жизнью, блядь, задумайся. Слышишь меня? Ваш ответ не отвечает. Ты ёбнутый, ну ты дурак, блядь, ёбнутый, ты понимаешь? Поэтому я даже не понимаю, о чём вы говорите. Ты ебанутый чепушила, блядь. Да, конечно, ты не понимаешь, ты же ёбнутый. Ты ёбнутый. Ты ебанутый, ты меня слышишь, дурачок, блядь. Да, я сам утверждаю, да, я сам утверждаю, да. Ты доволен? Всё? У вас проблемы в жизни? Слышишь меня?
Ты доволен? Я тебе ответил на вопрос. Ладно. Ты доволен? Ты мне на вопрос ответь, собака. Или ты что, блядь, ты больше гавкать ничего не можешь? Вы еще не ответите до конца. Шавкать вы еще не ответите до конца. Я тебе сказал, что да, я сам утверждаю, что так. Все, что тебе еще надо, мразь? У вас проблемы в жизни, я слышал. Что тебе еще надо, петушила, блядь? Проблемы в жизни. Что тебе еще надо, петушила? Нет, что тебе надо? Так, проблемы в жизни. Слышь меня, петух? Свои проблемы? Давай я тебе сейчас отвечу, блядь, на вопрос. Представься, как тебя зовут, давайте. Блядь, и кто ты? Меня зовут Коля. Коля? Сука. Ой, блядь, ой, сука, аж поперхнулся, блядь. Коля, сука, Николай, блядь, сиди дома, падла, не гуляй, блядь. Коленька, Коленька, а у тебя, блядь, папашка-то был? Как тебя по папашке-то, Коленька? По папашке. А? Не отвечай, мы по нему не обо мне говорим. Вот это вот проблема, которую вы не можете понять. Ебучий пидор, ты ебучий пидор. Если ты мне звонишь, если ты мне звонишь, ты, блядь, типа смелый такой, да, петух ты. Слышишь меня, петушила ебаная, блядь? Не можете понять. Ты, блядь, петушила, ты мне звонишь? Или звонишь, как там тебя правильно, блядь, пидор? Вот, наконец-то, слышь правильно меня? Хоть вы... А, вот, не ебаться, блядь, нихуя себе. Вот, звонишь, да, пидорок, слушай меня сюда. Ты мне звонишь, вы, ты мне представишься, вы так не самоутвердитесь, вы не самоутвердитесь так. Мне, ты мне вообще вот похуй, ты для меня так. Пустое место. Мне нравится просто тебя уничтожать сейчас. Вы что мне говорите? Поймите, мне я нравится. Ты поймите, вот поймите ты, Коля, бля, поймите ты, Коля. Мне похуй, что ты говоришь, вы понимаешь? Зря распыляйте. Да мне похуй, когда что ты говоришь. Я вообще ничего. Я удовольствие не получаю, не когда тебя унижаю, блядь, понимаешь? Я получаю огромное удовольствие. Вы поймите, что вы не получаете удовольствие. Я получаю удовольствие. Дурачок, я-то лучше знаю, от чего я получаю удовольствие, от чего нет, блядь. Вы не это обманчиво чувствовал. Слышь ты, пидор, у тебя даже голос ты пидор. Вы меня не унижаете никак. Тебя, тебя только за голос можно, блядь, чепушить, блядь, слышишь? Тебя одним словом, по твоему, блядь, голосу тебя просто чепушить, вам что-то в ответ. Слышишь меня? Мне даже не возникло ни одного желания вам в ответ что-то сказать. Ну, конечно, а что ты нахуй можешь-то? А что ты можешь? Ну ты что можешь, скажи мне? Вот что ты можешь вообще? Что ты можешь? Потому что вы меня не задели никак. Не, а что ты можешь, скажи, что ты можешь? Что ты можешь? Никак не задели. Ты меня слышишь, долбоёб? Что ты можешь? Что ты можешь? А вопрос, что вы можете? Вы можете ответить ваш долг? Я очень вот много чего могу. Хотя бы это. Хотя бы это. Я вы очень можете, много чего могу. Ничего не можете. Нет, а ты можете. Ты мне, ты с меня что-то хочешь спросить? А чем ты докажешь, что я должен? Чем ты докажешь? Ну докажи, что я должен. Докажи. А вы к чему ведете? Я к чему веду? Нет. Так ты пидор глупый, блядь. Ты что, ты решил, что ты позвонишь, и я сейчас побегу платить, что ли? Ёбнутый. Ты что решил, что ты позвонишь, своим пидорским голоском мне что-то скажешь, и я побежал платить? Ты дурак, что ли? А вы думаете, что вы возьмете у кого-то деньги и не будете платить? Да, я так думал, да. Я именно так почему? И думал. Потому что. Просто у меня желание такое, чисто человеческое желание. Ну что ты, возрази мне что-то против, скажи мне, против моего желания. Ну возрази, что ты можешь? Возрази. Это я моя человеческая позиция моя. Да, взять бабок и не отдать. Это человеческая. Это человеческая позиция. Да мне похуй, дурак, блядь. Я взял бабок, и я, блядь, их прогулял, у меня все заебись, понимаешь? Я пробухал, блядь, с толками прогулял, блядь, понимаешь, эти бабки? А что нет-то? А ты чепушил, сидишь, звонишь, блядь, и что-то, блядь, требуешь какие-то деньги. А можно вопрос? А бездельные девушки с вами не согласны? Так как, нет, зачем? Если, блядь, можно бы разгуляться, блядь, мы с пацанами погуляли здорово. А вы 3000. Хорошо. А вы 3000 взяли в долг. И что? Ну мне, блядь, на бутылку водки не хватало, блядь, вот я 3 косаря взял. Пузырь водки взяли, блядь. Очень хорошие. Деньги. Ну почему? Пузырь, на пузырь водки хватило. На пузырь водки хватило. А вы с какими девушками вы провели время? Какая тебе разница? Я тебе же сказал. Что тебе еще надо? По залу, которые на вокзале живут. Да какая тебе разница? Просто да мне, ну пускай на вокзале, хорошо, на вокзале. Просто пускай. Вы так... Ну? Так это. Ну, что так это? Что так это? Непонятно. Что тебе непонятно? Да ты ебнутый фраж, что ты понимаешь-то? Я же говорю, ты кроме своей бумажки, то, что у тебя написано, ты не понимаешь больше ничего. Нет. Ты вот наушники снимаешь с башки свои. Слышишь, вот ты наушники с башки свои снимаешь, все, и все, и ты в пространстве нахуй находишься. Все, ты потерялся. Ты по жизни просто потерялся. Все. Тебя уже запрограммировали, блядь, на башку тебе наушники надели, все, ты сидишь, блядь, толдычишь одно, блядь, долбоёб. Я вот тебе говорю, что, блядь, зачем я взял бабки? Мне на бутылку водки не хватило. Что тебе еще надо? Я купил бутылку водки. Какого числа вы заплатите? Какого числа вы заплатите? Я тебе сказал, блядь, ты ёбнутый, что ли? Я ничего не заплачу никому. Я никому не должен. Почему? Ничего. Потому что я не должен никому ничего. Вы брали деньги в компании, в банке? Нет, я ничего не брал. Подписывали? Вы нет, подписывали ничего не подписывал, договор. Нет. Покажи мне договор. Покажи мне, смотри, подпись. Покажи мне. Зайдите в личный кабинет. Зачем? В личный кабинет. А у меня нет личного кабинета. Я не умею пользоваться интернетом. Меня не научили.
Когда брали деньги, умели? Не, я не брал ничего, я же тебе говорю. Вы опять хотите в суд? Что я хочу? Опять хотите, чтобы вас по суду обязали выплачивать? А, вот, уже за суд заговорил. Вот это другое дело, тогда хочу по суду. Да нет, я просто знаю историю вашу. Уже вы мне рассказывали. Да, конечно, я знаю, пидор, ты думаешь, что я тебя по голосу не узнаю, что не узнал, что ли, блядь, долбоёб. Этот пидорский голос, он запоминается сразу. Вы уже плакались по этому поводу. Я плакался? Не, чепушил, я не плакался. Это ты плачешь, сейчас сидишь. Я же чувствую, у тебя тон уже в голосе, блядь, все ниже, ниже, блядь. Вы что говорили? Я не пойму, почему я должен платить, если я там не задолженник, и меня суд не обязал. Конечно. Да. А я вообще не понимаю, как вы можете жить с такими мыслями. Если вы брали деньги, вы должны... Я не брал никаких денег, я тебе еще раз говорю. Докажи, ты докажи, что я что-то взял, долбоёб. Элементарно просто. Вы элементарно просто докажи. Деньги, да? Элементарно просто вы докажи. Вы говорите, чтобы они доказали. А если я у знакомых беру, блядь, долбоёб, я знакомым отдаю, блядь. А каким-то лошарам, блядь, конторам лошарным, блядь, я нахуй сомневаюсь. Я буду отдавать, зачем? Я сомневаюсь. Вам это впадло отдавать, понимаешь? Вот другу не отдать, это впадло, блядь. А вам, наоборот, отдать это впадло будет, понимаете? Вы понимаете, что я вас просто раскатал сейчас? Ты меня раскатал? Ты что, дурак, что ли, блядь? Дурак ты опустись на землю, ёбнутый. Ты куда? Тебя нахуй слишком высоко подняло, долбоёб, блядь. Опустись на землю. Я вас просто раскатал. Да хуй с тобой, да считай, пускай. Тебе сейчас, может, хорошо от этого будет, долбоёб. Я тебя, блядь, 150 раз, блядь, очепушил, опустил тебя 500 миллионов раз. И ты меня раскатал? Вы меня в течение суток будете, пожалуйста, заплатить деньги. Иди нахуй, дурак, блядь, иди нахуй. Ты будешь по жизни своей оставшись сосать хуй. Понял, пидор тухложопый, ты будешь сосать хуй. Ты больше ничего в этой жизни не можешь. В течение суток сегодня. Слышишь меня? Соси хуй. Соси хуй. Соси хуй, катала, блядь, раскатала ты, блядь, позорная, блядь. Долбоёб ты, конченый, блядь. А, конченый ты долбоёб, блядь. Коля, блядь. А, ну, Коля. Чё, мне опять не слушай. Чё, Коля, блядь? Ну чего тебе надо не ещё? Ты опущенный. Слушай. Ты конченый, блядь. Ты конченый, а знаете, понимаешь? Подождите, хотите, скажу, ты почему конченый. Я вас воспитал? Ты конченый, хотите, дурак, скажу, блядь. Почему ты я конченый долбоёб, блядь. Ты долбоёб конченый. Своей головой. Ты почему долбоёб конченый, блядь. Это я тебя нахуй раскатал, блядь, как чушка, блядь. Долбоёб. Я тебя как чушка, ты первый раз трубку бросил, обосрался. Потом ты, видимо, продышался, выдохнул, блядь. Или, блядь, набрался смелости еще раз мне позвонить. И я тебя опять опускаю. И ты опять первый сдуешься, нахуй. Ты трубку бросишь. Я тебе отвечаю за слова, блядь. Катала ты, ебаная. А зачем мне с вами разговаривать, когда я вас уже раскатал? Ты, блядь, ты ебнутый, ты долбоеб. Все, тогда клади трубку. Я хочу, чтобы вы поняли это. Вы просто клади не можете трубку, пока понять, почему я вам рассказал. Трубку положи, не можете, все. Не можете понять. Все. Я положу, я не буду время брать. Долбоеб, конечно, я потому что больше ничего я не можешь. Я все сделал уже. На счастье твоему скажи, что ты, блядь, чепушила нахуй. Ты чепушила. Тебя нахуй никто слушать не будет с твоим пидорским глазком. Подумайте, если мне в течение суток, я вечером вам позвоню. Ты сейчас трубку положишь, долбоёб, блядь, и я про тебя забуду сразу же, блядь, я про тебя сразу забуду. Ты подумайте, почему я вас рассказал. Слышишь меня? Тухложопый пидор. И мы сегодня с вами вечером поговорим по этому поводу. Я про тебя сейчас забуду. Давайте. Сразу же. Ты хочешь вечером, чтобы тебя перед тем, как домой тебе идти, чтобы попустили? Звони. Вы просто не поняли, где пропустили поворот. Чепушила, давай, звони. Звони, я тебе говорю, чепушила, звони. Ты хочешь позвонить, ты хочешь, блядь, еще, блядь, чтобы тебя опустили раз. Звони, я тебе на ночь, блядь, настроение подниму. Давай, звони. Все, сливайся нахуй, говно. Сливайся. Трубку поди, я тебе говорю. Поворот. Ты меня слышишь, блядь, поворот, блядь. Ёбнутый ты дурак, блядь. Сиди книжки читай, блядь. Ёбнутый, блядь. Достоевского почитай, блядь. Преступление, наказание. Может быть, что-то ты поймешь, блядь. Ебанутый. Ты читать-то умеешь вообще, кроме того, что у тебя на листке написано, блядь. Ебанутый. Погодите, открой книги, блядь. Первую трубку. Открой книги. Вы думаете, если вы открой книжки, идете, то вы... Открой книжки, я тебе говорю, величайших, блядь, писателей. И почитай, посиди, блядь. Подумай, задумайся над смыслом своей жизни, блядь. Что ты вообще? Что ты из себя вообще представляешь в этой жизни? Что ты вообще? Что? Вообще ты что? Что это ты? Вот жизнь? Задай себе вопрос. Вот сейчас вот ты вот положишь когда трубку и задай себе вопрос, блядь, что ты такой? А вы задайте себе вопрос, который я вам задал. Я тебе еще раз говорю, что ты такой? Вот задай себе вопрос, что ты?
Что ты из себя вообще представляешь? Вы живете и думаете о том, что если вы первый не положите трубку, то вы победите. Конечно, я побежу. Конечно, я побежу. Откуда у вас такой бред в голове? Потому что я знаю, что, блядь, ты хочешь, ну, ты думаешь копеечку заработать, что ли, долбоёб? Ты за мной не повторяйся. Не повторяйся за мои слова, не надо. Что-нибудь свое придумай. Слышишь меня, ёбнутый? Я очень хорошо знаю, блядь, работу вашу. Я, блядь, я 8 лет занимаюсь вот такими, блядь, упырями, как ты. Александра Македонской представляешь победителем или кем? Я 8 лет такими упырями, как ты, занимаюсь. Ты меня слышишь или нет, ебанутый? Ты меня слышишь, Коля, блядь? Чем занимаетесь? Вот такими упырями, как ты, занимаюсь 8 лет. И я вас втаптываю, блядь, в говно, как тараканов давлю. Знаешь, сколько я таких уже раздавил, как ты? Знаешь, слушай, ну-ка расскажите поподробнее, что-то не я понял. Тебе, блядь, я тебе сказал, все, иди нахуй, чтобы я тебе что-то рассказал. А как вы 8 лет можете заниматься? Понял меня, долбоеб ебучий. Вам, подождите, кто-то платит за это? Я очень большие деньги получаю. Вы идейный человек? Раз 500, блядь, больше, чем ты, блядь, дурак, блядь. Вы идейный человек? Вы просто так это делаете? У тебя зарплата... Ради своего удовольствия? 2015 у тебя зарплата, на плюс процент у тебя. Ну сколько? Ну 20-ка, 23 тысячи, может, у тебя выходит, блядь. И вот ты, блядь, в Москве, блядь, ты живешь. Да ты, наверное, не в Москве нихуя, ты где-нибудь, блядь, в Мухосранске в каком-нибудь сидишь, блядь, вообще. Скорее всего. Ну, просто ради... Ты, наверное, ты работу просто... как нашел? Я по интернету понимаю. Работу нашел, вот это, требуются сотрудники в колл-центр, вот эту работу ты нашел, да? Поэтому я знаю, что 8 лет вы этим занимаетесь. Слышишь меня, нет? Упырь ебаный. Ты как работу нашел? Хороший момент, интересный. А где какая-то чушь, я вас не слышу. Не слышишь? Вот мне интересно, короче, иди в пустоту, ты мне надоел, все. 8 лет вы этим занимаетесь, да? 8 лет. Своему начальству скажи, своему начальству скажи, блядь, что ты долбоёб. Чтобы они тебя уволили по собственному желанию. Скажи, я, блядь, не могу. Я не могу ничего в этой жизни. А это вы пошутили? Слышишь меня? 8 лет. Я тебе говорю, начальству своему передай пламенный привет, блядь, долбоёб. И начальству своему скажи, что ничего у тебя не получилось. Ты из-за трех кусков так рвешь жопу. Ёбаный в рот, тебе с этих трех кусков, если бы я и заплатил, тебе даже не перепадет ничего, блядь. И ты так рвешь жопу из-за этих 3000, блядь. Эх ты, сука, и дешевка, ебаный тебе. Ладно бы там в натуре сумма была большая, блядь, хотя бы, ну, 300 хотя бы штук, блядь, можно бы было бы, я понимаю, жопу порвать, блядь. А ты чего жопу рвешь из-за 3000? Ты, сука, тебе, блядь, самому-то не стыдно, блядь, а? Чепушила ты ебаная. Я отвечу. Ну, я купил на эти бабки, блядь, пузырь водки, и ты так рвешь жопу, ёб твою мать, блядь. Приезжай, придурок, я тебе налью стакан, блядь, огурец даже тебе дам, блядь, бесплатно. Бесплатно. Можно ответить-то уже. Слышишь? Можно ответить, почему я так делаю? Можно, я тебе разрешаю, давай. Вы даже не мой, Семен, вы даже не мой клиент. Я не твой клиент, а что ты тогда мне звонишь-то, ёбнутый? С вас даже копейки не получил. А что ты тогда жопу-то рвешь? Мне интересно вас понять. Тебе меня понять? Да тебе меня не понять никогда. Ты ёбнутый. Ты дурак, блядь. Ты не поймешь никогда меня. Так можно так вообще просто самоутверждаться? Как можно так вообще самоутверждаться, блядь, из-за пузыря водки, а? Ёбнутый. Вот, да, вот как. Вот как, да, как. Я купил на эти бабки пузырь водки. Мне даже не хватило, я добавлял, блядь, на водку. Я добавлял, мне 3000 не хватило, блядь, ёбнутый, а ты сейчас так рвёшь, ты уже 20 минут или 30 рвёшь жопу, блядь, из-за пузыря водки, блядь. Я вам вашу контору, блядь, пришлю этот пузырь водки, пришлю вам, блядь, в подарочном пакетике с бантиком, блядь. Все, ты доволен? Я вообще ни копейки не получил. Ты доволен, блядь? Я тебе говорю, я пузырь водки вам в подарочном пакете вам почтой, блядь, вышлю вам на ваш адрес электронный, блядь. Устроить тебе такой вариант? Да, не в этом уже вопрос. Устроить тебе такой вариант? Я тебе пузырь водки лично тебе пришлю, скажу, Коле, блядь, напишу. Презент, блядь, для Коли, блядь. Большими буквами, блядь. Сделайте необычно что-нибудь. Слышишь? В вашей жизни. Я тебе говорю, блядь, это будет для тебя, блядь, необычное. Тебе, блядь, больше-то, наверное, никто вообще никогда ничего не дарил. Вот я тебе говорю, блядь, что? Я тебе говорю, пузырь водки тебе пришлю. Нет, для нет. Колю напишу. Веб-банкир для Коля, блядь. Веб-банкир, блядь. Почему вы не кладете трубку? Почему? Веб-банкир Коля, блядь. Пузырь водки, сука. Ой, блядь, чепушил ебучий. Я тебе отвечаю, блядь, ради прикола вам пузырь водки вышлю. Я сейчас, блядь, пробью, где ваш почтовый адрес находится, блядь. Чтобы вам пузырь водки, сука, прислали, отвечаю, блядь.
для Коли, для веб-банкира Коли, бля, который рвал жопу из-за этого пузыря. Вот так я напишу, блядь. Большими-большими буквами, блядь. 30 минут рвал жопу, блядь. Пытался что-то мне доказать, что он меня раскатал, блядь. Из-за пузыря водки, сука. Отвечаю, прям сейчас пойду нахуй и вышлю вам на почту. Сейчас найду сначала только ваш адрес, блядь. Пузырь водки. В течение 5-7 дней, блядь, тебе, блядь, пришлют пузырь водки. Сядешь, кусочек хлебца себе положишь, блядь, ржаного. Хватит тебе на хлебушек? Или тебе прислать на хлебушек тоже тебе вместе с пузырем прислать? Или тебе хватит? Тебе хватит на хлебушек, тебе прихватит? 9000. Я же тебе говорю, я тебе могу прислать половиночку, блядь, ржаного хлеба, половиночку ржаного хлеба, щепоточку соли и пузырь водки я тебе пришлю. Понимаете, вы сами сказали, что вы брали. Видите, вы сказали, что я брал. Я тебе, блядь, мало кому что я сказал, блядь. Да мне вообще похуй, что я тебе сказал, дурак. Поэтому говорят, что вы не брали. То есть вы уже заплетаете свои слова. Я? Да нет, я тебе говорю, нет. Нет, да не получится у тебя ничего. Да ничего у тебя не получится. Так вы, значит, все-таки брали. Ничего. Блядь, да не получится у тебя ничего абсолютно, понимаешь? Вы, значит, все-таки брали, да? Да какая разница, что я тебе сказал, блядь, долбоёб? Ты докажи это, ты мне докажи, вот, если вот, ты такой умный, вот банкир, блядь. Тут уже запись есть. И что это, да в жопу себе эту запись засунь. Где в жопу, блядь, засунь, брал. Директору своему, я брал, не брал, засунь в жопу вот эту запись разговора. Вот посиди, потом послушай. В жопу себе ее засунь, дурак, блядь, эту запись свою, блядь. Вот видите, я вас вынул, что вот видите? Знаю, что вы брали. Да какая разница, блядь, чего я признался, не признался, долбоёб. Так вот, если брали, как и я что? Я тебе еще раз сказал, ничего никому я отдавать не собираюсь. Вы сказали, что вы мужчина, если вы берете, вы отдаете. Да ты ёбнутый, что ли, блядь, ты дурак или нет, блядь? Я отдаю друзьям своим, если я у друзей возьму. А лохам я не отдаю, я лохов кидаю. Ты понимаешь это? Вот я тебе под запись это говорю, я лохов кидаю. Иди и докажи, что я у тебя что-то взял, дурак, блядь. Так что вы сами признались, что доказывается? Да, блядь, ничего, ну так иди теперь и докажи. А что ты мне хочешь сказать? Что ты вот с этой записью разговора, что ты Коля, блядь, и ты, блядь, требуешь с меня бабки, ты куда-то пойдешь? Ты кого смешишь-то? Ты себя-то слышишь вообще? Нет, вы говорите, докажи, я уже вам доказал. Вот так лично ты... вам даже доказал. Да, блядь, что ты мне доказал? Я все знаю, что я делал, а что я не делал. Ты мне ничего нового не открыл, долбоеб. Значит, понимаешь? Я всегда могу спрашивать, что вы должны деньги. Да ты дурак, что ли, еще раз я тебе говорю? Иди и докажи это. Так что я доказал вам даже лично? Я взял у лоха Коля, я, блядь, у веб-банкира, блядь, да, чепушильного, блядь, веб-банкира Коля, я взял бабу, купил пузырь водки себе, блядь. Вы сами что еще? Что еще? Ну что еще тебе нужно? Ну что ты еще хочешь? Я взял, купил пузырь водки. Я тебе могу пузырь водки прислать в презент. С кусочком ржаного хлеба. Мы уже сами решили, что... Что ты решил? Да я не знаю, что ты решил. Я вообще мне похуй, что ты решил. Да я тебе еще раз говорю, мне похуй, чего ты там решил. Зачем? Да, бля, мне похуй вообще на тебя, ты слышишь? Мне похуй вообще.